Ford Kuga 2017 года. Был представлен миру зимой 2016. Внешне практически не изменился. Хотя в глаза сразу бросается абсолютно новая решетка радиатора, похожая на Ford Edge. Новая оптика головного света, адаптивный биксенон, который подсвечивает вам в поворотах. Новый дизайн дисков, предлагается 17 и 19 радиус, в нашем случае 17. А также новый задний бампер и новая задняя оптика. Это об изменениях экстерьера.